вошли в курение. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью. В переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет свежалой одеждой и почему-то анисовыми яблоками. Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было ополаститься рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич швапнул его об лавку и, глядя Аксинью в брови, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась.